мы наблюдаем за тенью и светом последнюю осень. Осенняя буря, шутя, разметала все то, что таило нас пыльною ночью, все то, что играло, душило, мерцало, осиновым ветром разломано в клочья последнюю осень. Что-нибудь такое агрессивно-политическое. Но мне мой друг мне вчера сказал, что Юра, не лезь ты в эту политику, пой песни. И я этого друга слушаю сегодня. Нормально. Наши песни – это наша политика. Ну давайте с припева, что ли. Раз, два, раз, два, три. Осень нас напомнит.
сказать что-нибудь? Кто в этом зале во время этих мощнейших выборов, кто выйдет на эту сцену и скажет, что делать? Кто самый умный, самый смелый, самый начитанный, самый присамый? Кто? Кто нам скажет? Кто нам скажет, что будет завтра с Родиной и с нами? Никто, ни царь, ни бог и ни герой. И даже не Путин. Надо самим думать своей головой, задавать вопросы и отвечать на них. Если мы будем, вот мы, мы все будем готовы получить ответы, они тут же появятся. Дай Бог вам здоровья, свободы и выбирайте, кого, блин, хотите. Добра вам всего, самого хорошего. Раз, два, раз.